Так, и снова добрый вечер. Значит, переехал медведь, находится у нас центр лыжной подготовки Дубрава. Вот он. Завтра здесь будут соревнования по кикбоксингу, и он у нас будет присутствовать. Это у нас Новая Усмань, Воронежская область. Традиция быть сильными. И вот такой здесь будет гость. Значит, предположительно, зелененькая — это мама, это сын, это батя. Завтра, как мероприятие начнется, поснимаю тоже видео, подъеду. Но пока так, сейчас по кругу пройду. Там у нас кафе-бар, здесь трибуна, лавочки, вот вход. Вход ведет четко сразу на медведя. И здесь видно спортивные уже туда дорожки для лыжников, для бегунов. Вот. Так что встречать будет медведь. Ну, пока на этом все. Завтра сниму еще одно видео.